Здравствуйте, дорогие друзья! Наверное, многим из вас известна проблема повышенного давления. Многие из вас ищут какие-то естественные способы как-то оздоровить себя, облегчить ситуацию. Сегодня я вас хочу познакомить с одним из таких действенных средств. У меня в руках стаканчик с корой осины, с этим удивительным растением. Почему я говорю о коре осины и повышенном давлении? Да потому что кора осины содержит салицилаты или аспирин, который способствует разжижению крови и хорошо работает при повышенном давлении. Поможет осина и в реабилитации после инфаркта и после инсульта. Правда, длительно, до полугода, но это очень эффективная терапия. Почему? Да потому что содержит осина, особенно ее кора, салицилаты, разжижающие кровь. Потому что в ней есть горечь, что тоже необходимо пациентам, очень часто у которых есть сложности со стулом. Горечи осины будут стимулировать этот процесс. Для того, чтобы приготовить целебный настой, мы возьмем с вами столовую ложку коры и зальем пол-литра теплой воды. Пусть это настоится ночь, и на следующий день мы тихонечко, глотками будем пить наш раствор. Раз в осине содержится аспирин, значит, она будет помогать нам и в снижении температуры. Поэтому этот же раствор можно использовать, когда вы заболели, когда у ваших близких высокая температура. Мы также завариваем кору осины, пол-литра, она у нас настаивается, и потом в течение дня глоточками мы ее выпиваем. Это очень эффективное средство и очень доступное. Попробуйте и будете здоровы. Друзья, если у вас остались вопросы по этой теме, задавайте их в комментариях. В следующих видео мы обязательно на них ответим. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всего вам доброго!